Украсть металл с базы пятеро подвыпивших четинцев решили в ноябре прошлого года. Посреди ночи, надев маски и вооружившись обрезом и гвоздодерами, они проникли на территорию объекта. Первоначальный замысел не удался. Мужчины обнаружили, что склад поставлен на сигнализацию. Чтобы не уходить с пустыми руками, они решили вынести все ценное из вагончика и офиса. В здании прорывались шумно, разбили окно, начали ломать дверь. Находящийся в здании мужчина стал защищаться умывальниками, не давая проникнуть, и соучастник ВС кинул в него гвоздодер, а затем выстрелил. Потерпевший убежал. Одновременно с такой атакой на здание мужчины ворвались в вагончик, где принялись избивать ночевавших там работников базы. Били прикладом обреза и гвоздодерами. После присвоили телефоны и ноутбук своих жертв. Из офиса вынесли деньги и сейф. С собой разбойники увезли имущество более чем на 60 тысяч рублей. Сегодня приговор огласили четверым участникам разбойного нападения. Пятый находится в розыске. С учетом обстоятельств дела, связанных с личностями подсудимых, их менее активной роли, наличием смягчающих, отсутствием отягчающих наказаний обстоятельств, суд считает необходимым в соответствии с частью 6 статьи 15 изменить каждому категорию совершенного ими преступления, предусмотренного частью 3 статьи 162 УК РФ, на менее тяжкую. Несмотря на это, на свободу налетчики выйдут не скоро. На четверых они получили 22,5 года в колонии общего режима. Кроме того, им придется выплатить потерпевшему 60 тысяч рублей. Алена Ведерникова, Анна Кулигина, ЗАП ТВ.